Сегодня президент страны Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами. Тема большого разговора – предложение наказа от жителей российских регионов. Состоялось также обсуждение предвыборной программы. Во встрече приняли участие доверенные лица Владимира Путина в Чувашии. Понятно, что удача любого лидера в политике, в его сторонниках, его единомышленников. Ни сам президент России ничего не сможет сделать реально, если на местах жизни, работы граждан не будут решаться вопросы, инициативы, программы, проекты, которые он выдвигает. Ни сами граждане не смогут поменять ситуацию, если в ответ не будет слышать отзывы об инициативах руководства страны. Сегодняшняя встреча, она очень важный диалог власти с гражданами, с избирателями. И очень сильно чувствовалось, что все доверенные лица, которые присутствовали на этой встрече, они нацелены на положительный результат и именно на результат в своей работе. И на встрече очень многие подчеркивали, что сейчас уже очень активно в избирательных штабах остается информация от наших избирателей о каких-то нерешенных проблемах, какие-то предложения по улучшению работы органов власти. И доверенные лица как раз те люди, которые будут помогать государству работать на граждан. И именно в этом их главное предназначение, как сегодня было обозначено. И доверенным лицам не просто это право обозначено, но и оказана честь представлять не просто кандидатов в президенты России, но и действующего президента страны. Это значит, что к нему может быть больше вопросов, чем к любому другому кандидату. Но именно его предыдущая работа и убеждает нас, и лично меня, в том, что стоит поддерживать только этого политика и сегодняшнего лидера нашей страны. Так как именно политика Владимира Владимировича наиболее реально отвечает чаяниям граждан нашей России. Практически всю жизнь России, наверное, обсудили, начиная с любви к родине, с патриотизма, до встречи с Владимиром Владимировичем работали 8 площадок. Это вчера мы встречались. Я вот работал в группе, где собирались деятели культуры и искусства. И каждая группа вот задавала вопросы по своей тематике. Мне очень понравилось выступление Машкова по поводу развития культуры именно в регионах. То есть это мне очень близко. Вчера про это очень много говорили. И Владимир Владимирович поддержал идею, что вот нужно поддерживать культуру в деревнях, в селах, чтобы в России, культура в России развивалась не только в Москве и в Санкт-Петербурге.